Так, хочу показать, как сделать петельку из подручных средств в домашних условиях. Можно на пуховик, вот мы старенький взяли пуховичок, которым ходим за дровами. Прикрепляем, ниточка в 4 сложения. Можно это и на шторках делать. Да где нужна эта петелька. Вот так вот делаем петельку. Заводим и начинаем. Раз. Так, тут что-то у меня. Ага. Тихо. Два. Делаем на нужную длину. Три. Так. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Девять. Так, я сейчас поудобнее сделаю, чтобы не было. Вот так вот. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Нам этого хватит. Нам надо будет, это у нас все-таки верхняя одежда, сделать еще одну такую. Эту длину мы прикрепим. Вот так. Прикрепляем. Делаем узелочек. Вот так вот. Прикрепили. Поворачиваем. Так, стол не показывает, тут мой порядок. Рабочий, творческий. Начинаем еще делать 20. Так, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18, 19, 20. Закрепляем. Прикрепляем на место первой. Так. Соединяем их. Сделаем узелочек. И обвяжем, чтобы она не двоилась у нас. Вот так. Так, и обвяжем, как обычно, обметываем край изделия в швейном миле. Вот так, это мы их соединим сейчас, они будут крепкие. Все-таки не такая тоненькая петелька будет, как на шторку. Сколько времени у нас прошло? Сколько? 3 минуты. Вот за 3 минуты мы сделали петельку двойную. А если нам надо 1-1,5 минутки, петелька готова. 1,5 минутки, петелька готова. На шторах обычно долго их делаешь другим способом, а этот способ быстрый. До конца сейчас доделаем, закрепим. Смотрите, учитесь. Ставьте нам лайк, если вам наш видеоурок пригодился. Если пользу принесет, буду очень рада. Так, на пуговице можно такие петельки делать. И смотрится она аккуратненько, петелька. Цветные нитки под цвет пуговиц можно сделать, подобрать. Так-так, тороплюсь я так. Поспешишь и людей насмешишь. Ну вот, что непонятно, обращайтесь, я вам покажу. Вот тут закреплю, уберу ниточку аккуратненько под полотно. Вот так вот. Так, видите, все аккуратненько.
где ножнички. Так, все.